Мало кто знает, что всем известный лидер советского народа был настоящим бандитом. Он являлся главой огромной преступной группировки, грабил банки, занимался рэкетом, вытеснил с криминальной арены другие бандитские организации. Даже братья Нобели, один из которых стал учредителем Нобелевской премии, также оказались жертвами рэкета Иосифа Сталина, заплатив последнему 50 тысяч рублей. Разумеется, бандитом Сталин оказался не просто так. Это было партийное задание, данное лично Лениным. Ленин придумал этой деятельности изысканные революционные обоснования, назвав его экспроприацией. Для революции нужны были деньги, Сталину было поручено их найти. Собралась целая команда из отъявленных головорезов. Такие личности, как Ахмед Медвежатник, Кама-террорист, убивали и грабили, а впоследствии заняли руководящие должности в новом советском государстве.